Ну, поэтому она оделась. Ну, я сказала, что она дала тебе рюкзак для взрослых, да? Да. И ты будешь его нести? Да. С коньками? Да, с коньками. Потому что мамины коньки очень тёщие и тяжёлые. Да? Потому что мама, если каток не работает, мама пошла за ледянкой. И потом что, будешь на ледянке кататься? Да. С горки? Да. Если не работает каток? Да. Тяжелый рюкзак, давай, может быть, я понесу? Не надо. Почему? У тебя же вот какой. Ну, тоже большой. Давай мама понесет его. Не надо. Ты сама хочешь? Да. А покажи, как ты с ним ходишь. Стоп, иди сюда. Может быть, давай снимем? Ну, может, давай я понесу в ручках. Чего? Ты сама хочешь? Да. Ну что, в путь? Да. Пойдем. Идем, идем. Ты не спеши, давай подождем вот здесь маму. Бабушку пропустим. Пропусти бабушку. Маму подождем? Да. Она знает. Знает куда? Знает. Пойдем. Да. Дашь рюкзачок? Да. Отдашь? Нет. Мама, а ты что несешь? Стянку. Не слишком легко одетый? Ух, нет. Тяжело? Да. На, ботинка! Ботинка. Как на ботинках. А тут без разницы, левый, правый. Давай ногу. Застежка снаружи, как без разницы. А-а-а. Или внутри. Подожди. Засовывай. Подожди. Давай. Ножку вот сюда. Надо сначала ту. Нет, тут же просто. Ты неправильно делаешь. Да, вот так застегивай. Все. Все, я правильно делаю, не мешай мне. Моя бабушка. Садись, хорошо. Мама. Сейчас, подожди. Все, вставай на ножки. Надевай. Надо там еще надевай спереди коньки. Подтянуть. Надевай коньки. Ножку вперед надо просунуть что-то. Чупа-чупс. Да. Я зайчики на катке. Зайчики? Да. Ну как тебе на катке, нравится? Да, только падаю. Ну ты не падай. Где будем мама? Кататься? Где мама? Мама поехала кататься. Вот мама едет. Видишь, мама едет? Да. Мама. Мама приехала.
давай кататься. Назад с мамой, я же без коньков. Да что? Пап, давай. Поехали. Дай, дай, дай ручку. Ну все, поубирали, хватит, поставь лопату. Ну, закончили? Мы берем лопату, чистим мы дорожки.